Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня очень нежный, вкусный, буквально тающий во рту клубничный чизкейк без выпечки. Печенье типа юбилейного я положила в блендер. Измельчу до состояния крошки. К полученной крошке добавлю растопленное сливочное масло и 3 столовые ложки молока. Перемешаю. Форма у меня диаметром 22 сантиметра. Застелила дно бумагой для выпечки. Прикладываю полученную массу из печенья, разравниваю, утрамбовываю. Беру пока в холодильник. У меня подготавливаю верхний творожный слой. Клубнику я промыла, положила в чашу блендера. Сюда же добавляю мягкий творог. У меня это Савушкин продукт жирностью 5%. Добавлю ванилин. С помощью блендера все вместе измельчу. Хорошо охлажденные сливки буду взбивать, начиная с небольших оборотов, постепенно увеличивая мощность миксера. Когда сливки начинают густеть, постепенно добавляю сахарную пудру. Взбиваю все вместе до пышных пиков. Теперь соединяю творожную массу и взбитые сливки. Хорошенько промешиваю миксером до однородности. Быстрорастворимый желатин залью теплой кипяченой водой, примерно 100 мл. На водяной бане буду перемешивать до полного его растворения. В творожно-клубничную массу переливаю подготовленный желатин. Все еще раз промешаю с помощью миксера. Форму с печеньем я достала из холодильника. Заливаю подготовленной творожной массой. Поставлю чизкейк в холодильник на ночь. Затем аккуратно переложу чизкейк из формы на блюдо. Верх чизкейка украшу порезанной свежей клубникой. Вот такой яркий, красивый, аппетитный пирог получается. Очень нежный крем, тающий во рту, напоминает мороженое. В меру сладкий. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам этот рецепт тоже понравится. Желаю вам приятного аппетита, всего самого доброго, хорошего здоровья и до новых встреч на видео.